Искали трубы, а нашли мамонта. Останки млекопитающего обнаружили рабочие во время замены сетей водопровода в поселке Черемушки. О необычной находке сообщили в полицию, а затем и в историко-краеведческий музей. Там сейчас скелет доисторического животного. Фрагменты черепа, ребра, грудного позвонка, крупных трубчатых костей изучают специалисты. Уже известно, что это была небольшая особь. Ее возраст и историческую ценность установят позднее. Эксперты отмечают, крупных мамонтовых фаун в Омской области немного. И в основном это единичные находки, но, как правило, все они хорошо сохраняются. Здесь видны следы обработки, пока не ясно, какому времени принадлежат эти следы. То есть или это повреждение в результате извлечения, или это какая-то обработка более древняя. Ну, как минимум, это 12 тысяч лет, потому что мамонты вымерли у нас в плейстоцене на территории Западной Сибири.